Всем привет, продолжаем Человек-паук. Отправляемся дальше. Так, а куда мы отправляемся, я не помню. По-моему, профессор позвонил. Новость о том безумце по прозвищу Носорог. Судя по всему, вчера он чуть не сбежал из своей камеры на плоту. Вам интересно, как? Ну, никто не дал нам на это ответа. Но мне заверили, что его перевели в более надежную камеру. Я, конечно, не эксперт по тюрьмам. Но разве суть этого учреждения не в том, что это и есть самое надежное место? Он же 300-килограммовый маньяк со сверхпрочным рогом. Если у вас есть надежная камера, почему он не был в ней? Так, тут у нас что? Надгробие на ходу? Что это? Пойдем по основной ветке. Да, мы к профессору пришли. Он нас что-то там звал, по-моему, он с ума сходит. Эй, я опоздал. Доброе утро или вечер, неважно. Проверишь нейросенсор? Время отклика слишком велико. Хорошо. Нужно меньше 3 миллисекунд. Так, чего мы тут сейчас делать будем опять? Так, думаю, можно оптимизировать это реле. Понятно. Так, а так будет 0. Значит, вот сюда надо. Тогда сюда надо. Вот этого сюда, вот эту. Угу. Допустим. Вот, блин. А, не, смотри, надо сверху. Вот это подойдет, но надо как-то сюда. Вот сюда, смотри, вот сюда можно поставить вот эту. Угу. Сюда. А, так такая же, что ли, была? Конечно. Вот это сюда подойдет. Сюда надо обычно вот эту, да? Теперь надо придумать вот сюда. Осталась-то одна. Но она не в том направлении.
Во. Сообразил. Отлично. Ладно, что дальше? Блин, еще не все. Какое-то сопротивление в сети нейросенсоров. Еще одна фигня это. Так, а фигульки на рогульке. Надо тогда вот нет, отсюда отключать. Сюда подключать минус. Сейчас 6. Надо 4. Значит, вот такую надо. Вот так, что ли? Закончил. Еще мало. Отношение сигнал-шум не то. Новый сигнальный процессор уменьшит задержку. Так, 5 штук надо, да? Сюда не воткну, значит сюда. Давай минус одну пока. Наверное, вверх. Фиг. А, ну вот так только. Если. Так у нас это одна осталась. Так, фактическое напряжение. Это надо, наверное, вот сюда 6 фигануть. Сюда. А, нет, сюда красную нельзя. Подожди, тогда. Надо 2 и 1. А у нас таких нет. Тогда вот так и вот сюда поставить вот эту. Угу. Все отлично. Я сделал, док. 2,8 миллисекунды. Хорошо поработал. Есть.
Это почти что успех. Это почти что невероятно. Вам нужна помощь? Да. Доктор, в чем дело? Уже стало заметно. Доктора называют это нейродегенеративным расстройством, вызванным регулярной работой с токсичными веществами в молодости. Простите, я могу что-нибудь сделать? Ты уже делаешь? Самое ужасное, это влияет только на мышцы. Разум продолжает работать, а вот действовать нет. Об этом знаешь только ты, Питер. Пусть так и остается. Конечно. Если ты захочешь найти другую работу... Я пришел работать сюда из-за того, что у вас вот тут. И оно никуда не денется. И я тоже. А, Питер, чуть не забыл. Я прочитал увлекательную статью на тему будущего нейронных интерфейсов. Я посмотрю. Спасибо, док. Так, это где вот там? Давайте посмотрим. Буду скучать по его роже. Гангстер превратился в ходячий танк. Носорог разрушил уже столько всего, что хватило бы на 3 Манхэттена. Помню свой... Подключается напрямую к базальному ядру. Интересно, но опасно. Не знаю, док! Чтобы сработало, нужен массив волокон из галлия! И все равно велика опасность травм! Галлий. Идеально. Ради этого я готов нанести. Мы справимся. Доктор серьезно болен. На этой стадии он за год потеряет способность ходить. А если поторопимся, внутричерепной имплант может сделать все еще хуже. Даже изменить его личность. Мы должны быть осторожны. А, док, простите, моя тетя написала... Не переживай, Питер. Я сам хотел сделать перерыв. Вот только проверю телеметрию. Спасибо. Вернусь через пару часов. Спасибо тебе, Питер. Не знаю, что бы я без тебя делал. Так, все, да? Ну, пойдем. К тетушке моей. Напарница наша на нас обиделась за прошлый раз. Кто не смотрел, блядь, вторую серию. Так. Ну где? Привет. Дай угадаю, опаздываешь? Не, я уже почти добрался. Есть новости от Майлза? Нет, но его мама сказала, он придет, так что... Хорошо, я скоро буду. Пока. Так, а давайте... Что ли, еще одну попробуем? Похоже, парень с бомбами взялся за старое. Ну а теперь он использует дрон для размещения камер наблюдения. Соберу камеры и уничтожу дрон. Блин, тут еще в каждой по-разному, да? Я думал, опять просто на время. Следуйте за дроном, расставляющим камеры по своему маршруту. Для получения дополнительных очков пересекайте синие поля. Вот и дрон! Готово. А, вон.
напоминает это. Что-нибудь типа GTA. Попал, что ли? Так-то удрал, будь здоров он. Камеру выключил. 10 секунд. Все, да? Ну ладно, не сильно сложно. Неплохо. Ты кое-что умеешь. Я тоже кое-что умею. А я еще ругал автоинформаторы. Что ж, я отключил его камеры наблюдения. Так, вот это у нас фоткает. Рельс. Так, тетушка Мэй далеко. Ой, далеко. Давайте на метро. Вот. До сюда переместимся. Какой-то задумчиво едет. А вот и прям почти. Ой ты. Спасибо, мой жут. Не договорил. Ну смотри-ка, хвалит нас. Засранец. Ты чё тут забыл? О, да ты боец! Твоя последняя ошибка. Говнюк. Че? И давно нужна целая армия, чтобы ограбить подростка. На тебе. Да, вообще, конечно, обнаглели. Все? Все? Человек-паук. Замечательный Человек-паук. Великолепный Человек-паук! Да, и всякие прилагательные, которые любит Джеймсон. Слушай, ты молодец, но пусть в другой раз драться будут профи, окей? Ну да, а что, если их не будет рядом? Ну, нельзя ж просто бросаться на парня вдвое крупнее. То есть, пойми правильно, я вечно дерусь с парнями сильнее меня, но в этом случае... А, как в тот раз с носорогом на Бруклинском мосту? Это было здорово! Отличный пример. Если твой противник больше, ты будь быстрее. Ясно? Ясно, но тебе легко говорить. Прости, я не умею, как ты. Ладно, давай. Серьезно? Ага, ну же. Для начала, не дай адреналину тобой завладеть. Дыши медленно, глубоко, расслабься. Разверни бедра. Первый шаг оставь врагу. Теперь ноги. И когда он наклонится... Ищи, куда ударить. Бум. Вот так? Да. Да, вот так. Ага. В этот раз бей как следует. Прямо в челюсть. Ладно. Я справлюсь. Вот чё... Прости. Нет, нет. Нет. Порядок. Продолжай так же, и все получится. Ладно. Урок закончен. Мне пора. Эй, класс. Спасибо. Обращайся.
Я врезал Человеку-пауку. Да, это запоминающе. Никто не поверит, правда, тебе только, что ты врезал Человеку-пауку. Но в целом... Так, а мы за него играем? Несколько шагов. Давайте за него. Эй, Майлз, как оно? Чувак, не поверишь, только что встретил Человека-паука. Что? С ума сойти! Показал наше приложение для взлома. Вот черт, совсем забыл. Отстой, он бы точно купил его у тебя, и мы бы прославились. Да, покажу в следующий раз. Надо идти, обещал маме не опаздывать. А, давай, пока. Фермерский рынок. Тут можно срезать. Проходите, проходите. Чё это? А как ещё скажешь? Ладно, не нажимается чё-то. О-о. Всем достать паспорта и приготовиться к проверке. Вы что, издеваетесь? Тут вечности не хватит. Если бы не тот дрон, прыгнул бы через забор. Знаете кого-нибудь по имени Мартин Ли? Да это проще простого. Системы Соболи удивительно не защищены. Пошли-ка я им анонимное сообщение. Так, а куда? Не стоит мне им попадаться. Нам куда надо-то вообще? Ладно, мне пора. Блин, я так понял, надо было вот когда тот был. Он что, заглючил или что? Он же сейчас меня спалит. Конечно. Он что-то заглючил, что ли? Он что, в машину уперся? На этом все. Ладно. Мне пора. Так, пойдет. Посмотрим. Я могу пролезть под воротами слева или забраться на леса справа. Леса мне помогут. Нормально, он на работу пробит. Еще дроны. Нужно вырубить их. На этих штуках есть оружие? Нужна осторожность. Не проще было обойти? О, нет! Сладких снов. Было бы так круто, если бы не было так страшно. Может, вот здесь все-таки нет? Сколько можно выключать камеру? Быстрее. Ну все. Вырвался. Вот же ж. А, привет, мам. Привет, милый. Ты успешно добрался до приюта, Пир? А, да, почти на месте. Майлз, тебе не обязательно работать в этом приюте. Ты же послала меня. Нет, я предложила выбор. Ага, и это лучше психотерапии. То есть врач мне помог. Сказал, у каждого свой способ справляться с переживаниями. Мой таков. Хорошо, прости. Мам. Да?
Я не хочу об этом говорить, но я все равно тебя люблю. Родной мой, я так тебя люблю. Мы со всем справимся, да? Я пойду. Позвоню, как пойду домой. Так, где он, вон он? Это что такое? О, газетный киоск, типа? Не киоск, конечно. Автомат газетный какой-то, да? Пожалуйста, продолжайте дышать. Я скоро, мистер Ходжес. Майлз, Пит! Пит, прости, что опоздал. Нет, нет, я рад, что ты тут. Ладно, так, а... Чем могу помочь? Думаю, для начала тебе надо просто тут осмотреться, познакомиться с людьми. И знаешь, все тут любят кофе. Кофе, ну да. Я скоро вернусь, посмотрю, как ты, хорошо? Да. А, не бойся мистера Ходжеса. Он не кусается. Обычно. Правда? Кофе? Можно. Помочь? Только если знаешь, что такое кварк. Субатомная частица. Такой кирпичик, из него состоят протоны, нейтроны, адроны. Субатомный. Подходит. Ты молодец. Просто мусор. Дерьмо! О, чертов хлам! А можно я посмотрю? А? О, у нас стоят ЛТ в школе. Я знаю, что делать, если они... Эл, что? Не, надо просто треснуть, как следует. И заработай! Или это просто кабель отошел. Ну да, ну да. Будь так добр, а, мистер Всезнайка. Ну, вперед! Продолжают поступать соболезнования в связи с гибелью Джефферсона Дэвиса, героя, погибшего во время взрывов у ратуши. Сообщается, что он пожертвовал собой, чтобы спасти других людей. Эй, новичок, у меня пусто. Герой. Что геройского в том, чтобы взорваться? Эй, Эрни, смотрю, ты знаком с Майлзом. Он теперь будет нам тут помогать. Может, слышал про его отца, Джефферсона Дэвиса? Удивительно, что, несмотря на то, через что он сейчас проходит, он нашел время нам помочь. Не правда ли? Эй, парень. Жаль твоего отца. Идем, Майлз. Посмотрим, что так тихо стало. Эй, Мэй. Мне пора бежать, но я привел тебе помощника. О, Майлз, рада встрече. Ну, бери фартук, мой руки, и я все покажу. Эй, Питер. Спасибо тебе за все. Ага. Почти полдень. Соболь должен уже вывозить доктора Майклза. Отправлюсь в Бауэри и найду его. Боюсь, у нас устаревшие компьютеры. Так, что мы на каком этаже это? На первом? Да. А здесь он, интересно, где переодевается? Он выходит на улицу на первом этаже, получается. Когда он приходит на работу, мы через крышу заходим, и там где-то переодевается, у него там сумка лежит. А здесь где он переодевается? Он же не на чердак бежит, чтобы выйти из здания, а через парадный вход. Ну, пожалуйста. И как-то оказывается на крыше. Так, ну что? Да ты уже говорил.
Спасибо, мой жуткий преследователь. Можешь звать меня бригадиром. Потому что ты все норовишь поручить мне что-то? Я так и понял. Группа наемников совершает преступления по всему городу. Скажи-ка, а эти наемники, случайно, не твои наемники? Нет. Я знаю только, что им отлично платят за работу, пока ты их не остановишь. А тебе-то что? Буду наблюдать, изучать. Это Бауэри, но где доктор Майклс? Я помню, когда плашку выбивал, когда прошел все испытания этого бригадира, ох он. Это GR-27, они... Дает прикурить. Просто будьте в финальной битве. В плохих руках это... Не волнуйтесь, мы лучшие в мире. Кто вам это сказал? Да, стало спокойнее. Код 381, груз уже в пути. Ох, сейчас, по-моему, кто-то получше их... Сюда, доктор Майклс. Налетит и заберет, да, чемоданчик? Это что за хрень? Противник! Охраняйте груз! Увезите его! Ага, конечно. Юрий, я преследую Мартина Ли. Кажется, у него и Майклс, и дыхание дьявола. Принято. Направляю к тебе другие группы. Он взял Майклса живым. Уже хорошо. Хочет заставить изготовить больше дыхания дьявола. Надо остановить этот грузовик или танк, или что там. О, блин. Козел. Ой, блин, да ой, ты чё спрыгнул-то? Эй, там биологическое оружие! Всем бойцам, открыть огонь! Ого, что это все вдруг стали пускать ракеты? Вообще, только мы одни, блин. Да ты зачем на столб-то? Но операция ракеты на Манхэттене меня не устраивает. Ой, зря это. Эй, прекратите стрелять! Иди отсюда. Так, ну ладно. С этими разобрались, гады. Прежде чем идти за Ли, надо избавиться от ребят на машине. Так, иди отсюда. Что за... Так, надо что-то... Ух ты, блин, ты что, дурак, что ли? Ты что, что мы... Дурачок.
корабль, вы так кого-нибудь убьете! Цель потеряна, ищите ее! Он придет! Он придет и покарает всех грешников! Да, вот он. Извиняюсь! Ли, отдай его! Упс. Ой. О, гадость! Доложи обстановку, ты задержал Ли? Ну, в процессе. Работаю над этим! Прилечал! Как сломать ему кардан? Я разберусь! Что со мной происходит? Начинается новая жизнь! Что за черт? Должен признаться, я надеялся привести тебя сюда. Способности позволяют мне быть убедительным. Я следил за тобой. Я ждал тебя в ратуше. Но ты не пришел. Где ты был? Это наяву или в голове? Столько людей погибло из-за того, что не нашлось героев, готовых их спасти. Тот полицейский спас тебе жизнь, верно? Он был здесь из-за тебя. Так, куда? Куда делся говнюк? Все, понял, не туда пошел. А, вон он стоит. И Норман хотел его использовать. Бессмысленный жест, как оказалось. А где в это время был сам Норман? Спасал свою шкуру, словно крыса. Он знал, что должно случиться, и он бежал. Норман — скрытая раковая опухоль города. Ее нужно удалить вместе со всеми метастазами коррупции. Норман прячется под маской лжи. Я сорву ее и вытащу его на свет. Надень маску! Стань одним из нас! Спасибо, не надо! Так или иначе, ты будешь служить мне! О. Так, это походу враги, да? Все невинные жертвы, которых ты не спас! Их кровь на ваших руках, Мартин! Ты можешь остановить Осборн. У тебя много сил. А я могу дать тебе волю. Так, что-то где, кто я, кто, где? В смысле, не кто я, а где? Так, давай что-нибудь. Ух ты ж, скот. А ты ничего не сделал. Я не могу спасти всех. Что значит одна? Сделка проста. Одна жизнь. Да блин, вы чё? Ты защищаешь Осборна, пока он сидит в башне слоновой кости? Не может быть! Опа, тихо, спокойно. Так, концентрация полная. Это, конечно, блин. Да блин, что так? Во, вот так пойдет. На колени! Я сорву с тебя маску и открою твое истинное лицо! Дали мне клятву, а я отдаю им силу. Что? Я должен уничтожить маску! Я не брошу вас во тьме, Мартин!
Так нельзя! Вы можете вернуться к свету! Так, бросаем. О, отлично. Так, и что? Приехали, конечная. И никого, да? Ни профессора, ни содержимого нет. Вот профессор, содержимого нет. Вы целы? Ее забрали? Да. Сильно надо волноваться. Сильно. А вы популярны. Препарат у вас? Нет. Черт побери. Тоже мне супергерой. Думаешь, всех спасаешь, а делаешь только хуже. Это твоя вина. Моя вина? Он был под твоей защитой. Тебе точно оба нужны? Стоп! Нам срочно нужно к мистеру Осборну. Я пойду с ней. Спасибо. Я не забуду. Во какая. Еще и я типа виноват. Нормально вообще. Ничего, что он от вас бежал. В смысле, его у вас похитили. Тут сигнал не ловится. Надо поискать другие вышки. Ну вот там вышка, по-моему, да? Вот там. Вон. Юрий, скажи мне, что вы узнали, где прячется Мартин Ли. Один парень из кофейни заснял видео. Похоже, после аварии Ли сел в черный седан. Черный седан, отлично. Это не все. На видео видна часть номера. Один из патрульных только что нашел черный седан с подходящим номером на стоянке возле канала Хадсон. Ты отличный коп, Юрий. Иду туда. Человек-паук? Алло? Работает? Доктор Майклс? Как это понимать? Одолжил одну из раций Соболя. Слушай. Дыхание дьявола наверняка применит в транспортных узлах. Аэропорт, автовокзал, крупные станции. Зараза распространится, как пожар. Какого дьявола Аскорб занимается биологическим оружием прямо в городе, а не в каком-нибудь бункере на Аляске? Дыхание дьявола – личный проект Нормана. Он одержимым не первый десяток лет. Проект нарушает все федеральные и местные законы, но ему плевать. Если город узнает, о перевыборах он может забыть. О перевыборах можно забыть. Его ждет Гаагский трибунал. Зачем вы мне это говорите? Разве вы... Так, что это? Все знают, что родители разбили... Извиняюсь, о чем я там? А, точно. Зачем вы мне это говорите? Разве вы не так же виновны, как Норман? Да, конечно. Но действия Ли послужили для нас сигналом. Мы слишком долго игнорировали риски проекта. Я верю тебе, Человек-паук. Один ты пытаешься действовать правильно, прошу. Защити город от наших ошибок. Вот так всегда. Чувак, поучусь! Ошибок наделают, а... Раслёбывает кто-то другой. Ой, тут море, точнее, на океан. Так, ну 1.5 километра, наверное, давайте мы, наверное, возьмем, да, сейчас это перелетим. Вон тут прям рядышком есть, да и все. Что мы будем летать? Время тратить на эти полет. О. Это уже было. Кто он, Человек-паук? Да, там написано? Кто он, Человек-паук? Так, где нам? И где-то тут уж прям... Он прям под нами практически.
Док звонил. Паркер. Поздно. Черт, дыхание дьявола пропало. Надо бы МД сказать. Это Мэри Джейн Уотсон. Оставьте подробное сообщение, я с вами свяжусь, как смогу. Что ты задумала, МД? Ну, было бы глупо предполагать, что их там не будет, а дыхание дьявола будет на заднем сиденье лежать себе приспокойненько. Поэтому ничего удивительного, что там ничего нет в машине. Все опять за нее. Но... Стэндиш говорил, что демоны искали что-то на центральном вокзале. Что же им могло там понадобиться? Опа. Может, позвонить Питеру и сообщить о своих планах? Что это было? А вообще, к черту. Скорее всего, он посоветует мне пойти домой и приковать себя что к ноутбуку. Было? Я просто быстренько проверю и расскажу ему, что узнала. Надо же, сколько стендов Аскор. Похоже на выставку техники Аскор. Так, и что будем смотреть? Давай все повключаем. Так это уже было. Что, долго смотреть? Неплохо. Революционный препарат Фокус Адаскор. А, все, вон, что-то появилось. Этот диспенсер микробов Гея выпускает в атмосферу искусственно выведенные бактерии, способные вернуть нашим рекам и морям первостанную чистоту. Мистер Ли. Все будет в порядке, если не будешь шуметь и сделаешь, как я скажу. Полиция! Сюда! Нет! Капец. Офис мэра Осборна. Я могу услышать мэра Осборна. Кто звонит? Тот, кого он ищет. Что тебе нужно? Чтобы ты был на центральном вокзале через полчаса. Один. Иначе снова прольется кровь. Так, и... МД, я уже иду. Ты ранена? Нет, я в порядке. Но торопись. Я тороплюсь. Что ты забыла на центральном вокзале?
Потом объясню. Послушай, Ли хочет выпустить дыхание дьявола. Тебе надо уходить! Он не сделает этого, пока сюда не придет Норман Осборн. Погоди! Похоже, Ли задумал это с самого начала. Свалить ответственность на Нормана, заставив его самолично выпустить заразу. В этом есть какой-то смысл. Безумный, но есть. Так, я здесь. Вхожу в вокзал. Тут есть какие-то опасности? Полно. Он выпустил патрульные дроны. Видно, готовится тебя встречать. Не страшно, я в вентиляции. Видишь безопасную точку выхода? Я не хочу умирать. Не хочу умирать. Нет. А, если он в вентиляции, значит надо наверх смотреть. Давно его убили. Да, посмотреть-то. Всем лучше успокоиться. Так, там красный. Ну, тут дроны летают. Пожалуйста, у меня семья. О, спасибо. Юго-западный угол. Иду туда. Ладно. Если подойду еще ближе, дроны меня заметят. Видишь планшет, на который я смотрю? Он управляет дронами. Сможешь стащить? Да. Если ты их отвлечешь и не поймаешь пулю. Я готов. Скажи, когда. Блин. И где черт? Так. Я готова. Пошла. Это само. Так, и... Так, давай. Блин, тут люди мешаются. Я им просто так не сдамся. Шамтон Иншам. Стойте! Что ты делаешь? Давайте успокоимся. Тень! Барабанья, блин! Я репортер. Я могу связаться с мэром Осборном. Я смогу убедить его приехать сюда. Вовремя. Как? Сначала отпустите его. Давай. Ладно, толкаться не обязательно. Нормально, блин. Где он? Куда пошел? Ого. Дроны, в укрытие. Планшет у тебя? Да. Тогда скорей. Ладно, сейчас. Ну же, давай. Почти, почти. Готово. Молодец. Теперь я тебя выведу. Что с дыханием дьявола? Я за ним вернусь. Нет. Мы партнеры, помнишь? Может, не сейчас? Если мы им не поможем, они умрут. Ты тоже. Но я не позволю. Нет. Я сама в это вляпалась, сама и разберусь. В каком смысле ты сама вляпалась? Нехорошо. Их слишком много. Начнем сокращать их численность. Только тихо. Еще слишком близко. Сработало. Хватай. Ну. Прикольно.
А вон их куда он их аж на потолок. Так, теперь надо как-то вниз, да? Вниз не пройти. Заставь их разделиться. Попробую их разделить. Давай. Так, этот улетел. Бей. Еще один улетел. Блин, он не услышал. Не совсем. То есть? Я ожидала, что что-то случится, но не это. А почему мне не сказала? Я думал, мы партнеры. Для этого нужно доверие, Питер. То есть? Я тебе доверяю? Ага, когда я сижу дома за ноутбуком. Ой, да брось. Может, лучше вернемся к спасению города? Так, дальше. Вот этого-то можно, наверное? Вали его. Блин. Блин, хорошо это слепошарик. Давай. Видит, нет? Не-а. Не увидит. Ты пойдешь? Сюда. Ну. Так, попробовать с этой стороны. Что у нас тут? Тут у нас... Так, тут у нас вот. Что творится? Ты что, не услышал, что ли? Иди сюда. А ты туда. Чтоб не смотрел просто сюда. Вали его! Все, есть контакт. Бей. Так, еще один ушел. Негджица, зай нали. Та чуть за дыр фуджин. Умен хэн квай чукэй джуадао та. Надо обойти его. Я готов. Дроны еще работают. Кунджи зай сау сам. Буго умен ебу джадао та. Если она ушла. Бу, там и пауджал. Ингай зай зэр фуджин. Буго, зэй дифан тай дала. Мы не можем дать ей уйти. Давай. Включайте таймер. Это твой шанс. Задержи их, я займусь дыханием дьявола. Ты знаешь, что делаешь? Нет. Блин, люди. Я не останавливала. Люди, блин. Так, что там у тебя? Вижу читло. Так, похоже, синий идет к батарее.
А желтый к вентилятору. На красном небольшой восклицательный знак. Так, сначала надо отключить батарею. Проследи, куда идут провода, и отсоедини их. Так, отключить провода от батареи. Блин. Так, вот. Отключаю провода от батареи. А, что ж такое? Вот этот, наверное. Так, первый отключен. Теперь второй. Ну все, теперь, значит, верхний. Хотел сначала верхний. Хотел сначала верхний, но почему-то показалось, что все-таки тот, но нет. О! Что там у тебя? Вижу четыре провода. Два синих, один желтый и один красный. О, так. Похоже, синий идет к батарее. Так, первый... Что? Таймер сбросился на 30 секунд. А, цепь на размыкание. Что дальше? Вентилятор? Да, а потом последний. Только быстрее. Так, желтый. А, ну желтый, желтый. Так, теперь красный. Есть. Здорово. Ух ты. Ага. А теперь давай выводить людей. Мне не помешает помощь паучка. Ты готов? Точно! Я расчищу путь! Постарайся не шуметь. Хорошо! Надо осторожнее, а то заложникам не поздоровится. Пора, баиньки. Эй, где кто, кто? Во, все, отлично. Тот, что ли, увидел? Конечно, блин. Ой, капец, что у меня со стелсом-то вечно? МД, вы выбрались? Да, мы все в порядке. Отлично. Эй, Питер. Да? Когда хочешь, надо поговорить. Ага, надо. Но сперва найди Ли и натери ему задницу. О, блин, капец. Мне жаль любого, кто перейдет дорогу, МД. Интересно, что она сейчас думает обо мне? О, вот. Вот так. Ах ты ж свинота! Ой, чё-то у вас до хрена, ребят. Вы чё такие? Отдай! Ой, блин, так, тебе там концентрацию можно... Давай вот на этом, ага. О, блин, ой, капец, вы чё? Да. Отдай. Ой, капец. Ай, блин. Капец, они жесткие. Какие? Ай, иди до хрена их просто. Может, потому что я это... Профукал стелс. Ай, все, да, уже. Охренеть. МД, вы выбрались? Да, так, отдай. Мы все в порядке. Отлично. Эй, Питер. Да? Как закончишь, надо поговорить. Ага, надо! Но сперва найди Ли и набери ему задницу. Охренеть, опять прилетел, охренеть. Мне кажется, кто перейдет дорогу, МЗ. А теперь интересные факты. Вы знали, что у центрального вокзала самый большой подвал в Нью-Йорке?
Так, конца. Ужас, да? Ой, капец. Здоровье опять. Да, согласен. Сейчас таких уже не делают. Да блин, вот как вот... Охренеть. Опять что-то прилетело в меня, блин. Мне уже пора заканчивать хотел, блин. И опять, как обычно, начнешь заканчивать. Получается жесткая миссия. А теперь интересные факты. Вы знали, что у центрального вокзала самый большой подвал в Нью-Йорке? Ужас, да? Туда вошла бы половина Бруклинского моста. Да, согласен. Сейчас таких уже не делают. Вот это настоящий Нью-Йорк старой школы. Короче, я могу байки травить весь день, но мне нужно не дать вашему придурочному боссу разрушить город. Пора закругляться. Вот я согласен, пора уже на... Да куда ты? Не тот ты хватаешь, ты вон похотел. Так, что-то я не понял. Опа! Успел. Ты чё, блин? В здании базуками. Ли планирует уехать на поезде. Они, походу, не чекпоинт, что ли? Наверняка Ли где-то там. Так, видимо... Вот так тебе. Не собачило. Ли уходит. Опять он, да? Вот такой. Черно-белый. Наконец. Извините, опоздал. Фишка у меня такая. Да, я вроде нажимал. Может, электричеством херню? Так что ли, как-то... Вот так тебе. Мартин, зачем вы так? Отдаю старый долг. А, он еще и силу забирает, что ли? Видимо, да. Так, а у меня что? Вот... Лучше не приближаться. Ага. Ой, он что-то ускорился. Не изви. Ой. Ой. Кажется, он начинает уставать. Опа! Опа! Чё? Чё? Куда ты? Как ты будешь делать? Ага, понятно. Так, не пускай, да? Надо дождаться момента. Всё, понял. Я ж первый раз. Вы больны. Я могу помочь вам. Так, ты опять сейчас будешь это делать? Да. Все понятно, наверх надо.
Нет, теперь... Блин, теперь он всяко делает. Тормоза? Нет, и ладно. А, вот так? Ага. По-моему, в кино, да, было в первом? В Человеке-пауке такое. Ну, вышло же в тот раз. Юрий, угол 42 и 1 еще перекрыт? Да, улица закрыта еще на месяц. А что? Вообще там вроде люди же были в вагоне, не? В поезде, по крайней мере. Следующая станция – тюрьма. Чё, хоть искать, мы его поймали, что ли? Ну так получилось, чё. Долгая серия будет. Зато, я думаю, интересно. Мне, по крайней мере, интересно. Может, ему глаза закрыть надо? А чего он обратно не белеет? Верните груз в лабораторию. Вперед! Это Мэри Джейн Уотсон. Оставьте подробное сообщение, я с вами свяжусь, как смогу. Привет, это я. Дай знать, когда захочешь поговорить. А смс-ки — это не разговор? Не-не-не-не, не в том смысле кончено! Скажи нет. Ха, ладно, ладно. И не ладно. Что тут обдумывать? О, да ты что? Так, ну все. Вот и все. Ли отправился за решетку. Дыхание дьявола у Соболя. Что ты чувствуешь? Что я чувствую? Как у тебя со временем? Плохо. Что для тебя подвиги, для меня бюрократия. Но я хочу сказать, молодец. Спасибо, Юрий. Я хотел это услышать. Так, ну и что? Все? Нет? Так, по навыкам. Чего у нас? 4 навыка. Да, вот это прокачаем. И вот это. Занимаясь Ли, я оставил город без присмотра. Пора снова стать дружелюбным соседом-паучком. Исследуйте город, чтобы улучшить свои снаряжения и способности.
Так, ну ладно, это мы продолжим в следующей с вами серии. Все, всем пока. Заходите в гости, берегите себя. Вызываю агента в Тендерлойне. Доложите. И пока-пока.